вижу, ты уже познакомился с нашей гостью. Посвященная, мои люди не смогли отыскать Рейслина Маджера, но они нашли его брата. И уже очень скоро он нам все расскажет. Карамон! Женщина лезет куда не просят! Советник! Ближайший и доверенный советник его безумшества! Именно поэтому мне известно, что у нас мало времени. Да как ты? Этот город обречен. Опомнись, присанья, как ты не видишь усмешку тирана под маской жреца. О да, несомненно, он тьму ненавидит, и в деле своем он дойдет до конца. На площади светлой не видишь ты пищи, поскольку темницы набиты битком. Ликует толпа, что их город очищен, то вряд ли потомки помянут добром. Все, что задумал король жрец, все, что задумал король жрец, безумный смерть. Тот не отбрасывал тени, весь мир он по камню готов разнести. Мой бог не одобрит подобное рвенье, и город, возможно, уже не спасти. Зачем мне скрывать от союзника правду моих интересов, чтоб знала ты все? Не бойся запачкаться, дочь молодая, отец твой одобрит мое.